Промокод FIRE1 дает тебе 30% к пополнению. Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас баланс 8600, и первым делом, что я бы хотел открыть, так это наш любимый кейс Saula Mining, потому что есть смысл рискнуть и попытаться забрать хоть какой-нибудь скин, а есть смысл проиграть, да, как говорится, как обычно. Кстати, если что, кто не заметил, я начинал улучшать свой фон, то есть купил такой... Есть, хорошо, фух, залетел. Посмотрите, 27 тысяч. В общем, хорошее настроение сразу изначально, это хорошо. В общем, улучшил себе фон, купил профессиональную камеру, и у меня чешется левая рука, значит, у нас успех. А успех — это значит 10 тайных открыть прямо сейчас на ваших глазах. То есть, поняли, я купил себе профессиональную камеру, продал все скины, которые у меня есть в CSGO, потому что камера дорогая. Она стоит, ну, долларов. Ну, авик норм. Ну, нет, говно выпадает. Ну, короче, он очень дорого стоит, что мне пришлось все скины потратить. И в итоге я сейчас без скинов, но зато буду качественный контент делать. То есть скоро вы будете меня видеть в HD, в 4К качестве, так сказать. И, соответственно, могу уличную съемку купить. Я для себя уже решил, какую петличку взять. И уже взял петличку беспроводную по радиосистеме. И... хочу поделиться с вами тем, что вот так вот я вкладываюсь в контент. Будет забавно, если кто не знает, то я свой тоже YouTube-канал веду, но, наверное, вы знаете. И будет забавно, если я вложусь, и ничего не произойдет. Я буду плакать просто, как последний. Ну ладно, успокоились, теперь крутим кейсы. Ну, максимально, конечно, страшно, максимально страшно. С учетом того, что он тайный, может так сильно жрать. Говно. Ну вот, примерно вот такие спины давать. Которые минус 5000. То есть это... подождите. МК-то 9000. А что меня окупило до 20? Ладно, непонятно, короче, что окупило. Но 40 тысяч на балике есть. И у меня есть идея открыть вот этот вот кейсик. Unchievable. Но страшно, я просто не знаю. Ну, по-любому 0, да, выдаст? По-любому 0. Ну, это стопудово 0. Ну, ты угораешь? Да, ну, что, это нормально, хотите сказать? То, что я открываю за 26 тысяч кейс, и мне выпадает 5 тысяч. Ну, это просто ужас, я не знаю. Ну, есть вариант, конечно, покрутить Great Pyramid of Giza, но если мы сейчас все сольем, то я не знаю... Пожалуйста, нормальный дроп. Ну, Финёк, остановись. Ну, хоть что-то остановилось бы. Ну, почему так скамят, как вообще отбитых людей? Ну, пожалуйста. Ну, что это? Ладно. У меня уже нет настроения, ребятки. Походу, видос заканчивается. Не, продлеваться. Хорошо. Это небольшой шанс. Мы бэкнули все что. Я уже думал, все, конечная станция. Как обычно, тильт. Ух, чел градиент выбил перчатку. А, он задание как-то поднял. Ну стой, ножик, ну хладнокровно, кстати. Так это 5000, боже, ну почему ты такой нищий дроп не кидаешь постоянно? Пожалуйста, можно норм дроп? Стой, золотой карт. О, вантаджи лучше перекати, ну лучше перекатил, конечно. Вантаджи — это офигенный скин, посмотрите, сколько он стоит. 29 кусков. Ну пожалуйста. Ой, стой. Не, на самом деле, лучше бы перчатки дало. В этой ситуации лучше перчатки. Наконец-то ты начал меня окупать, потому что перчатки стоят 20 тысяч, чтобы вы понимали, 23. А Наваха... Почему у меня левая рука чешется? Что-то значит произойдет хорошее, ребятки. Если у вас чешется левая рука, запомните, все у вас будет хорошо. Ну, АВП Wildfire такое. Откроем еще разок. Ну, я каждый раз надеюсь, что мне повезет. И сейчас какой-то заносик словлю, но он может просто окупать. И я сейчас не радуюсь, потому что он может слить. Ну, ладно, 55 тысяч есть, еще раз давайте рискнем. Ну нет, это мега ошибка, ну это мега, пожалуйста, только не нищий дроп, я тебя умоляю, пожалуйста. Стой, найс, хорошо. Так мы купили всего на 10 тысяч, даже меньше на 9 тысяч, ну дай нормальный дроп, чтобы максимально жить. Я закрыл глаза, все. Не, это... это пранк, я клянусь. Это просто пранк. Я не знаю. Надо было оставить себе какой-то скинчик, чтобы не так обидно было. Стой! Ой, да кати точнее! Ну куда стой ты? Я кати, я имел в виду.
26 тысяч в итоге у нас. Ну, давайте какой-нибудь... Ну, Easy Knife, разве что по приколу. Ну, он по-любому сейчас будет за столь. Я закрыл глаза. Мне уже страшно, ребят. Я максимально испытываю страх. Один. Два. Нет, один. Два. Два. Хорошо, кстати, неплохой ультра. Ультрафиолет стилетик. Это плюс вайп на самом-то деле. 50 тысяч. Ну, ребята, я не знаю. КС-2 Knife. Все, пожалуйста. Пожалуйста, ножик. Ну, по-братски. Нормально только. Ну, лучше бы охотничий дал. Ну, ой, пожалуйста, ну выдай охотничий. Я не буду смотреть, что выпадает. Мне страшно. Охотничий, где он? Сколько он стоит? 23 тысячи. Ну, тьф. Это просто смех, я не знаю. Я уже... Ладно, давайте биткоин откроем. Если сейчас ничего не выпадет, это... Ну ладно, окей. Делаешь, делаешь. Что ты мне дропаешь? Ладно, может тайная спасет. Пожалуйста. Ну норм, окуп. Можно еще разок такой же спин, чтобы я открыл на живой. Ну пожалуйста, ну прошу тебя, ну давай еще один. Только нормальный. Ну, ну не такие, братуха, пожалуйста, пожалуйста, прошу тебя. Ой, еще один раз такой же. Ну, пожалуйста, еще один раз такой же. Два окупа. Ну, хорошо, молодец. Ну, это шанс. Это шанс. Ну, да, выдай мне сейчас опять нож, который стоит одну копейку по приколу. Стой! 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 Ну, куда? Ну, это просто... Ладно, оставим. Ну, блин, почему он керамбит перекатывает за 191 тысячу? Это просто ужас. Не, это морально меня убивает, я вам клянусь. Но Scary Knight можем попробовать открыть. Может повезет, еще ножик подсыпет. Если подсыпет, я не знаю, я в шоке буду. Не, ну... Ну, только не Glock, хорошо. Но это лучше, да, вроде, чем Glock? Да, намного лучше. Если бы это был Deagle, это было бы печально. И давайте вот попробуем открыть калашик. В прошлой сессии мы калашик так и не выбили норм. А может сейчас мы... Резко подцепим себя. Пожалуйста, братик, пожалуйста, 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 пожалуйста. Понятно. А, ребята, я не знаю. Ну, вроде есть что-то, но у нас был балик. 50 тысяч, 50 тысяч мы слили. Unlucky просто. Unlucky. Ну, пожалуйста, дай мне нормальный калаш, чтобы я максимально не был расстроен. Ну, какой-нибудь рентгеныч там. Ну, не фантомный вредитель же, это вообще худший. Ладно, ребят, последний спин делаю. Все, пофиг. Всем спасибо за просмотр, ребятки. Окупились, но могли еще больше поднять, поэтому всем пока.